Жили-были четыре подружки. Они весело проводили время, потому что одна умела мечтать, другая – петь, третья – танцевать, а четвертая – прясть. Но однажды пришло время встретить любимого. Первая намечтала себе принца, вторая – музыканта, третья стала осваивать новое танцевальное па, а четвертая никак не могла найти того, с кем можно было родиться женщиной. И тогда первая подружка намечтала мечту, притянула, вторая проявила с музыкантом перспективу, третья вытанцевала па новой реальности, а четвертая добавила в качестве ингредиента труд. И когда они все это перемешали, вдруг родился любимый для четвертой подружки. И они стали его звать философом. А что может получиться, когда в любви и доверии через сотрудничество встречаются мечта, музыка, танец и труд?